Жития светих светителя Димитрия Ростовского, месец юни, ден първи. Сие чтение, библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобще. А ще хощите боле научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же ден житие преподобного отца нашего Агапита Печерского, врача безмезнаго. Егда прославлен бъист преподобни отец наш Антоний Печерски изцеление дарованием, прииде к нему из Киева в пещеру блажений си Агапит, желая душевного изцеления чрез пострижение во святый иноческий чин, еже и получи. И последуваше вседушно равноангелному житию преподобного Антония, его же исправлением самовидец бъист, како великий той муж сам служаше болящим, и молитвою своєю тех исцеляше. Обаче покривая дарование молитви свои данное, зелие тем от брашна своего, аки бы и то врачебное было подаяше. Сил бы видев блаженния Агапит многое лето труждаше се, ревнуя в подвизе к святому старцу. Ибо егда разболяше се кто от братьи, оставляше блаженния келью свою, не бе бу ни часо же крадома го в ней, и прихождаше к болящему брату и служаше ему, воздвизая, полагая и на своих руках износя. Бога же непрестанно моля о спасении болящего, аще и продолжаше се иногда болезен кому, сице Богу благоволящо, да веруя и молитву раба своего Агапита умножит. И тако последуя подвигом преподобного Антония, сподоби се блаженний сей Агапит причастник бъйти тояжде с ними благодати. Исцеляше бо молитвою своєю всех болящих, им же також де подаяше зелье, еже брашна ради своего варяше, того ради врач прозван бисть. У нем же слышано бисть в ограде, и мнози болящи прихождаху к нему и здрави отхождаху. Бисть же в то время в граде Киеве врач некто, родом и верою армянин, хитр зело во врачевании, яко прежде того не бъйте таковому, ибо токму возрев на болящего к смерти, абия познаваше и поведаше ему ден же и час смерти, и никогда же изменяше се слово его, тем же такова го никако же уже врачевати хотяше. От сицевых болящих принесен бъйст един в Печерски монастир, и же бъйст перви у князя Всеволода болярин, и го же армянин в отчаяние введе, прорек ему по осми днех смерти. Блажение же Агапит сотворив молитву у нем, даде ему вснет зелия, еже сам едяше и здраве го сотвори. Я бе промче се о нем слава по всей земли русийстей. Армянин же зависти стрелою уязвлен, начал куряти блаженного, и послав Печерски монастир некоего на смерть осужденного, ему же смертного зелия дати повеле, да вкусив пред Агапитум умрет. Блажение же видев сего умирающа, даде ему тогожде зелия, еже сам едяше, творя молитву у нем. И так у избави от смерти повинна го смерти. И от толи най-паче въоружи си на блаженного иноверни той армянин, и на усти единоверних своих да подадут самому Агапито смертно зелие и изпити. Блажение же изпив, без вреда прибъсти. Вест бо Господь благочестиви от напасти избавляти и же рече, аще че той смертно изпиют, не вредит их. Посем разболеси в Чернигове княз Владимир Всеволодович Мономах, его же с прилежанием врачеваше армянин. Обаче ничто же успе, но паче не дух бай ваши боли. Тем же княз уже при кончине са и послако игумену Печерскому, уже тогда сушто Йоанну моля, да послед к нему в Чернигов блаженного Агапита врачевание ради. Игумен же того призвав, извести ему моление князя. Но блаженний Агапит, и же николи же виден бъйст изходителни врат и врачевати кроме монастиря, с усмирением от веща. Аз ще ко князю си цева го ради дела иду, той ко всем иду. Молите отче да не будет ми пред монастирска я изъйти врата, слава и ради человеческия. От нея же обещах се пред Богом до последнего моего издихания бежати. Аз ще изволиш и, войну паче страну иду, и потом възвръщу се сему, егда нужда си я минет. Разумев же послене от князя, яко не възможит самого блаженного Агапита к своему господину призвати, нача молити да поне зелие на исцеление подаст. Принуждено бо игуменом блаженни и даде посланому зелие от своего брашна. Его же принесен на суща егда княз вкуси, аби е здрав бъйст молитв ради блаженного.
Тогда княз Владимир Мономах прииде сам в Печерский монастир, хотя видите, кто есть им же Бог здравие му дарова. Никогда бы виде блаженного и Божий почтите даром имение желаши. Но Агапит не хотя на земле славим быть и скрыся. Тем же князь принесенно этому злату даде игумену. Обаче не помнозе, посла паки той же Владимир един от боляр своих со многими дари к блаженному Агапиту. Его же посланный в келий обред положи пред ним еже принесе. Блажени же рече ему: «О чадо, аз николи же от кого что взях, понеже николи же исцелих силою моею, но Христовою, не требую обой нейне сего». Отвеща болярин: «Вест отче послави ми, ако не требуеше ни часоже, но молю се ти утешение ради сына своего, и може Бог здравие тобою дарова, приеми сие, и даш та ще угодно ест нищим». Глагола обой му старец: «Понеже тако вещаеше, с радостью приему. Ръцей же пославши му ти, яко и прочие лика имат чужда суть, от них же ничто же взяти възможит собою, от жития отходя, тем же да раздасте нищим. Ибо Господ сам, и же обретает се в тех, избавил его от смерти, аз же ничто же бы успел. И молю да не прислушает ме в том, да ничто горее постраждет. Ся рек, взя блаженния гапит принесено из злато, и иде с тем из келии, аки сокровение ради. И изнес в некели и поверже, сам же бежа в скрисия. Болярин же помали изейде, и се види в поверженния пред врата и вся дарей, взем обуде да игумену Йоанну. Та же возвратив се ко князю, поведе ему облаженном вся, я же види и слыша. И разумеше все, яко истинни раб Божий есть, от того единого мздей требуя, а не от человек. Княз же не дерзая прислушати святаго, нача нещадно раздаяти имени свои нищим. По многих же трудех и подвизих богоугодних разболе се сам безмезний сей врач, блаженний старец Агапит, еже уведав прежде реченный он и врач армянин, прииде к нему посещение ради, и начастя зяти се с ним у врачебни и хитрости, вопрошая его, каково им зелием врачуете такова и недуг. Отвеща блаженни: «Им же Господ сам, яко врач, души и тела здравие подаст». Разумев же армянин весьма невежда его во врачевании, глаголах своим: «Не умеет сей ничто же от нашей хитрости». Даже вземе го за руку, рече: «Истинно глаголю, яко в третий ден умрете и имати. А ще ли измените слово мое, тогда аз изменю житие мое и буду сам такова и же монах». Блажение же с яростью рече: «Таков ли е с твоего врачевания образ, о смерти паче, нежели о помощи твои изказуеши? А ще изкусени си, дашь ми живот. А ще же си мне владееши, що ми укоряеш и осуждае в третий ден умрети? В небо извести Господ, яко по третьем месеце имам отиди к нему». Глагола ему пак армянин: «Се уже весь изменил се и си, яко такова им николи же мощно жить и более третия годне, изнемогл бы и зело, яко не можи ему ниже двигнути си у себе. Между же сим принесоше к блаженному Агапиту толико самому болящему и наго некои го болни из Киева изцеление ради. Блаженни же пречудною Божию помощью в уста бие, аки не боле, и взем обычное свое зелие, и же имееше в снеть показа армянину глаголя. Се ест зелие врачевание моего, вижте разумей. Он же видев, глагола святому, не си от наших зелий, но мню из Александрии бъйти. Посмеев се же блаженни и невежество его, даде болящи му вкусити зелието го и помолив ся, аби е здравото го сотвори. Та же глагола к армянину: «Чадо, молю тя, ящ тое зелие со мною, а ще угодно ти е, понеже не имам чим учредити тя». Отвещая му армянин: «Мъй отче сего месеца 4 дни пустим ся, и ней не пост имам». Слышав же ся блаженни и вопроси его: «Кто си ты и кое я верой?» Он же отвеща: «Не слышал ли си умне, яко армянин я съм?» Блаженни же рече к нему: «Как обу дрезнула си внити сему и оскверните келию мою, и ще же и държати за грешную мою руку, и заиди от мене и наверни и нечестиве». Он же посрамлен бъй в отиде. Блаженни посем Агапит по проречению своему преживе 3 месеца, и мало поболевко Господу отиде месеца юния 1-а годне.
Итак, озенеже врач бъйс на земли безмезни, уже на небеси, и деже нест болезни мзду восприя много. Честнеже его мощи братья опрятавши, по обычаю с пением в пещере преподобного Антония положиша. По смерти же света го прииде армянин в монастырь Печерский глагола игумену. Оцели уже оставляю арменскую ерес и истинно верую во Господа Иисуса Христа, и муже работать и желаю во иночестим святом чине. Яви се по мне блаженния гапит глаголя, обещался си иночески и восприятие образ, аз ще служеши с животом и душу погубиши. Аз же верую, яко явиви се мне свят есть, понеже аз ще бъй хотел многое време жить и зде даровал бы ему Бог. За нея аз разумех не прижитие му трех дней, Бог же приложи три месеца. И аз ще бъй рекал не житие му три месеца, жил бы и три лета. Ныне обумню, яко сам восхотел тейти от нас, яко святей желая царствие святых, и аз ще представил и го Бог от жития временного в обители сей, но живот вечный даруваем в обителих небесних. Тем же желаю исполнить вскоре повеление святаго мужа сего. Се слышав от армянина игумен, постриже его во иноческий святый чин, наказав довольно врача телес чуждых, яко да будет искусен во врачевании души своя, последуя блаженному агапиту. Он же, подвизая се богоугодно, житие свое препроводи и в том же монастире Печерском блаженную восприят кончину. В честь врачу души телес Господу нашему Иисусу Христу, с обезначальними го Отцем и с пресвятым, благим и животворящими го Духом, ныне и присно и во веки веков. Амин. В той же день память преподобного отца нашего Дионисия игумена Глушицкого нового чудотворца, у нем же в пролузе. Конец чтения «Житий святых» на ден 1 месяца июня.